Опытная станция садоводства Багаевки провела день открытых дверей для фермеров и всех заинтересованных лиц. Гостям показали высококачественные саженцы плодово-ягодных культур, рассказали, как их культивировать, и даже провели мастер-класс прямо в поле. Подробнее о событии расскажет Оксана Лючева. Саженцы, привитые на карликовом подвое, 62-396, рекомендованные в центральной зоне России. Этот подвой отличается высокой зимостойкостью для наших суровых зим. Все секреты выращивания яблони раскрывают сегодня на опытной станции садоводства в Багаевке. Здесь проводится день открытых дверей. Со всей области приехали руководители коллективных и фермерских хозяйств, а также представители садоводов-любителей и аграрной науки. Это мероприятие организовали для них ассоциации «Сады Поволжья», опытная станция садоводства совместно с администрацией Саратовского муниципального района и Аграрным университетом при поддержке Минсельхоза области. Цель – ознакомить товаропроизводителей с выращиванием районированного посадочного материала плодовых и ягодных культур высокого качества. Данное мероприятие сделано для того, чтобы показать качество саженца, чтобы уже люди смогли посмотреть, как он сейчас развивается, ну и сделать заявки, если не на этот сезон, то на следующий. На опытной станции садоводства в Багаевке выращивают саженцы вишни, груши, алычи и других плодово-ягодных культур, но специализируются на выращивании яблони. Здесь представлены зимние, летние и осенние сорта, как отечественные, так и зарубежные селекции. Преимущество этих саженцев – адаптированность к климату Саратовской области и Центральной России. В нашем питомнике не используем ни капли гербицидов, все проходит вручную и сделан для того, чтобы у конечного потребителя была, так сказать, 100% приживаемости не бывает, хотя бы 99%. Ученых с ГАУ заинтересовали саженцы яблони на карликовых подвоях с урожайностью до 50 тонн с гектаром. Ведь таких садов из-за высокой стоимости закладки в области пока немного. Это не так много у нас подвоев, что можно будет найти, что выдерживают наши морозы. В данном случае наша станция садоводства хочет развивать эту технологию и нашим крестьянско-фермерским хозяйством продавать вот именно такой саженец. Во время экскурсии посетители узнают весь процесс культивирования саженцев, начиная от маточника клоновых подвоев до полноценного сада. А на одном из полей проводится мастер-класс по прививке плодовых деревьев. К подвою яблони прививают сорт. Присутствующие задают вопросы и общаются. За знаниями и опытом приехала фермер из Маркса Эмма Шигай. Она выращивает овощи, но решила заложить еще и яблоневый сад. Но главная поездка, причина моей, то, что мы тут, это заказать саженцы. И я приехала посмотреть эти своими глазами, что мы будем у них покупать. Меня очень впечатлило. Да, поэтому берем большое количество саженцев. День открытых дверей проводится здесь впервые. Задачи у опытной станции в Багаевке на самом деле стратегические – возродить садоводство. Этот питомник способен не только обеспечить саженцами всю Саратовскую область, но и соседние регионы. Оксана Лющева, Олег Бирюков, Саратов, 24.